В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в селе Маргуша обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Ударной волной выбило стекла в соседних зданиях. Пожар охватил площадь в 1200 квадратных метров. С места происшествия эвакуировали всех жильцов. Спасатели до утра тушили огонь и разбирали завалы. В ходе детального осмотра места происшествия установлено, что погиб трехмесячный ребенок. Также пострадали еще двое малолетних детей и трое взрослых жильцов данного дома. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принес соболезнования семье погибшего ребенка и пообещал, что всем пострадавшим окажут материальную помощь. К сожалению, в результате ЧП погиб трехмесячный мальчик. Приношу глубочайшие соболезнования семье. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Дом на улице Новоселова был построен 6 лет назад. По сообщениям жильцов, в день происшествия здание осматривали представители аварийной службы. Их вызвали из-за сильного запаха газа. Специалисты обошли все помещения, кроме одной квартиры, где им не открыли дверь. Не дождавшись собственников, работники перекрыли подачу газа и уехали. А через несколько часов произошел взрыв. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года. В Сарове газовые плиты установлены в 16 тысячах квартир. Раз в год сотрудники газоснабжающей компании проверяют исправность оборудования. Но и жильцы должны не терять бдительность, знать и соблюдать правила безопасности при обращении с газом. Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы. То есть, если вы приготовление пищи, то есть нужно все время быть рядом, чтобы не происходило заливание горелки, загазованности помещения. Обязательно проверять работу вентканалов, дымоходов. В случае возникновения аварийной ситуации или подозрений на утечку газа следует звонить по телефону 04. Аварийная бригада работает круглосуточно и выезжает на вызов в течение нескольких минут.